Поздравляю тебя с победой. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления об игре. Спасибо большое за поздравления. Впечатления об игре не вошли с первых минут, потому что, наверное, недооценили соперника. Моменты были, моментов было много, но реализации не было. Хотя какой-то нелепый фол, когда мы забиваем, потом мы пропускаем, и уже у нас такая традиция, после забитого гола мы уже начинаем как-то играть сильнее и настраиваться сильнее. Ну и когда пошли забитые мячи, то игра выровнялась, и мы взяли полностью мяч под свой контроль, и мы вели игру. У них не было ни единого опасного момента в первом тайме, чтобы подойти. А во втором уже, понятно, ножки подсели, понятно, замены были, но они еще молодые, им хочется только забивать, и отрабатывать не хочется, поэтому... В целом, в общем и целом, игра понравилась, игра рабочая, игра тяжелая, эмоциональная, с голевыми моментами, с голами. Мне понравилось. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, про гол, который забили в наши ворота. Как допустили? Мы пошли в прессинг, когда вратарь начинал атаку, мы пошли в прессинг. От центрального пошла передача крайнему, и там уже дальняя передача по своему флангу, и у нас защитники не успели. И там уже на скорости начал парень резать угол, и удар, рикошет и гол. Ну, это сугубо наша ошибка, потому что мы не уследили, не успели накрыть игроков. А почему во втором тайме у вас получилось, было тоже много моментов, ударов по воротам? Но вместе с тем не было столько голов. С чем это связываешь? С реализацией, опять же. Мы ведем уже 6-1, и нам кажется, что эта игра уже выигрышная. Хотя нужно стараться забивать больше и больше, потому что таблица смотрится не только по победам, ничьим и поражениям, но и также по количеству забитых голов. Забьем мы 10, если у нас будет одинаковое количество очков с командой соперника, то мы будем выше. На эту игру было конкретные несколько задач. То есть, понятно, это выиграть. Понятно, нам нужна была ротация, потому что учитывалось то, что уже через 2 дня нам ехать в Брест, плюс мы приехали из Гродно, поэтому по максимуму хотели использовать всех футболистов. Все задачи решили, поэтому готовимся к следующей игре в Бресте, там будет гораздо сложнее. Можете рассказать про вот курьезный этот гол, который первый был в наши ворота? Вы ругали за это футболисты? Вообще, как это произошло? Ну, я бы не назвал это курьезным голом. Началось это все из-за ошибки наших защитников центральных. Ну, сколько бы ни убеждал, что нельзя подходить к игре к этой, несмотря на положение с Маргони в таблице. Но у нас пока петух не клюнет в одно место, мы не начинаем играть. Но этот гол, может, даже и сослужил нам хорошую службу. После него мы, скажем, заиграли то, что хотелось бы видеть. А вот вы персонально можете отметить, кто хорошо? Нет, персонально никого взять не буду, все молодцы, но опять-таки это было после гола в наши ворота.